О проблемах, успехах и будущем республики. Глава Чувашии ответил на вопросы жителей региона. Школу-то здание можно построить, а ведь в школе должны быть учителя, должны быть другие составляющие современной лаборатории. В общей сложности на прямую линию главы республики поступило больше 500 обращений. Многодетные семьи республики получат право выбора – участок или денежная компенсация. На новую меру поддержки могут рассчитывать и те, кто уже получил землю, но с одним условием. В республике ремонтируют дороги, разрушенные при строительстве трассы М-12. Восстановление дорог у Чувашской республики у нас задействовано сегодня 43,7 километра. Выполнено на сегодняшний день уже порядка 35 километров. Участок платной автомагистрали через Чувашию планируют открыть в ближайшие месяцы. Новый комбайн для уборки хмеля прошел заводские испытания. Конструктора хорошо поработали, и комбайн такой, ну видно, тут даже ломаться нечему. С помощью собственной техники в республике планируют возродить хмельники. Лечение больных должно быть качественным и квалифицированным. Главная обязанность каждого человека, каждого пациента – это забота о собственном здоровье. Во Всемирный день безопасности пациентов медики напоминают о профилактике.